Анатольевича. Добрый день, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Традиционно в серии передач «Родная земля» поднимаем злободневные вопросы, обсуждаем сложные моменты, которые возникают у нас. Вот в рамках нашего общественного движения «За наш город-герой Севастополь» были направлены письма. Да, и вот сегодня как раз мы хотим поговорить, рассказать севастопольцам, что было проделано, какая была проделана работа, и какие были письма направлены, какие приходят ответы. Правильно я хочу сказать? Да. Вам слово, Сергей Анатольевич. Совет общественного движения «За наш город-герой Севастополь» подготовил очередное письмо, которое мы отправляем практически там на очень много адресов. Значит, я зачитаю его, оно длинное, поэтому как бы, но уже это, что называется, все вопросы, которые мы затрагиваем в течение последних лет, и на которые мы получаем отписки. Вы, если смотрите те письма, которые мы пишем, мы получаем на них отписки, на которые отвечает в основном из правительства Севастополя. То есть те, кто тут что-то там творит, тот нам и отвечает на эти письма. Поэтому очередное письмо, которое мы написали, значит, мы написали президенту Путину, секретарю Совета Безопасности Патрушеву, директору ФСБ Бортникову, председателю Следственного комитета Бастрыкину, генеральному прокурору Краснову, председателю Госдумы Федерального собрания Матвиенко, председателю Госдумы Володину, председателю правительства Мишустину и секретарю Генсовета партии «Единая Россия» Турчаку. Уважаемые господа, общественное движение «За наш город-герой Севастополь», объединяющее как общественные патриотические организации города, так и севастопольцев, патриотов России, на протяжении нескольких лет направляет письма в ваши адреса о нарушающей российское законодательство деятельности отдельных властных структур города, чиновников и аффилированных с ними коммерческих организаций, а также в соответствующие государственные структуры, обязанные по своему профилю должным образом реагировать на них. Однако, вопреки самим принципам работы этих госструктур, наши обращения переправляют в Севастополь, адресуя их тем лицам, неблаговидную деятельность которых надлежало бы проверить. Не покидая Севастополь, мы живем в третьем государстве, оставаясь при этом русскими, у которых есть только одна наша родина. Мы скорбили, когда вопреки нашей воле нас предали высшие руководители советского государства, отняв у нас родину, при этом сделав большую часть советских граждан нищими. Насколько известно, в СССР не было богатых, но и не было нищих. 23 года мы неустанно отстаивали русский язык, русский Севастополь, Черноморский флот России, Россию, боролись за восстановление справедливости, создав немало русских патриотических организаций. Именно Севастополь, в лице севастопольцев, членов наших общественных организаций, внесли наибольший вклад в организацию и претворение в жизнь идеи восстановления исторической справедливости, возвращения в Россию. Более 9 лет Севастополь живет в законодательном поле России, но мы так и не увидели, чтобы представители властных структур города соблюдали законы и Конституцию Российской Федерации, ФКЗ номер 6, Устав города Севастополя. Те посулы, которыми щедро одаривали севастопольцев, приезжающие в 2014 году российские политики и государственные чиновники, остались пустыми словами. Надежды севастопольцев начали таять в том же 2014 году, когда правительство Севастополя начали заполнять лучшие кадры России, не знающие, что такое патриотизм, не имеющие хозяйственного опыта, руководства городом и строительства механизма жизнедеятельности. Сказать, что мы всему этому рады, у нас не повернется язык. А вот задать вам всем вопросы, за что с нами, севастопольцами, так поступили и поступают, хотим. И хотим задать вам вопрос, мы в России свои или чужие? Вы уверены в том, что правильно поступили, лишив севастопольцев права управлять и развивать свой город, назначив правительство Севастополя некомпетентных приезжих чиновников? Нас оскорбляет их руководство. Чего мы хотим? Ответ очень прост и отвечает духу нашего города. Мы не полуукраинцы и не полурусские. Мы не предатели, мы севастопольцы. Этим все сказано. Мы хотим справедливости, чувствовать себя хозяевами своего города, а не изгоями. Достойно жить и работать, восстанавливать наши предприятия, развивать сельское хозяйство, чтобы наш город развивался, становился лучше и был образцом. Чтобы деньги, выделенные на благоустройство Севастополя, не оседали в карманах коррупционеров. Чтобы наши дети ходили в хорошие детские сады, учились и получали должное образование по уму, а не просвещались. Мы хотим доверять нашей медицине, а не бояться ее. Хотим укрепления Черноморского флота, а не уничтожения его. Сохранение памятников и культурно-исторического наследия. Мы хотим, чтобы в правительстве Севастополя 90% трудились севастопольцы.
Мы хотим, чтобы депутатами законодательного собрания, муниципальных образований, членами общественной палаты города Севастополя избирались севастопольцы, прожившие в Севастополе не менее 15 последних лет на постоянной основе. Мы за честные выборы, а не рисованные. Мы не желаем видеть в нашем городе губернаторов-космополитов и правительство коррупционеров, не знающих, что такое патриотизм, и не умеющих мыслить в интересах государства. Мы хотим достойно жить и развиваться во благо народа Севастополя и России. Мы хотим сильную Россию. Мы хотим видеть законы, защищающие права русских в России, как титульной нации, севастопольцев в Севастополе и так далее. И не понимаем, почему нет этих законов. Мы хотим, чтобы государство, то есть власть, уважала и ценила свой народ, проявляла заботу о стариках и о детях, особенно нуждающихся в помощи. Больные инвалиды, чтобы власть не унижала родителей, просящих с экранов телевизоров денег на лекарства и на операции. Чтобы государство обеспечило молодым семьям рождаемость, возможность матери заниматься сохранением домашнего очага и воспитанием детей, отцам работу с достойным заработком. Чтобы государство при рождении ребенка решало жилищные проблемы семьи. Чтобы до 16 лет ежемесячно семье выплачивалось на каждого ребенка пособие и другая социальная поддержка. Старикам была обеспечена достойная пенсия, а не жалкое существование и многое другое. Мы хотим видеть своих народных депутатов и своего народного мэра, а не самоизбранных и самоназначенных и самопровозглашенных. Нам нужны честные руководители, обладающие знанием и умением, знающие, что такое честь, совесть, доблесть, справедливость, а не лгуны, вещающие на всю Россию с экранов телевизоров и докладывающих публично президенту России ложь. Мы хотим видеть народных судей и товарищеские суды. Мы хотим развиваться и развивать наши города. Для этого всего у нас есть все, кроме волевого решения главы государства. Чтобы народ России гордился своим государством. Родиной мы и так гордимся, а вот о сегодняшнем государстве этого сказать не можем. Россия должна быть сильным и справедливым государством, ценящее свой народ от мала до велика. Наиболее известная заповедь славян – это любить и беречь Родину, проявлять заботу о своей земле, о ее благополучии и процветании. Родина считается священным местом, и защищать ее от внешней угрозы – обязанность каждого славянина. Уважать старших и помогать ближним. Славяне считали семью и общину основой своего бытия. Поэтому отношения с младшими и старшими членами общины были налажены на основе взаимного уважения и толерантности. Помощь ближним считалась благом каждого славянина, и этим принципом они руководствовались в повседневной жизни. Но обо всем по порядку. Первое. С 14 года в Севастополе третий губернатор с материка. По историческим меркам это кризис власти. Первый, как сейчас это стало очевидным, самым достойным. Но разногласия с Алексеем Чалом, народным мэром, привели к тому, что его, образно говоря, съели. Второй, Дмитрий Овсянников, награжденный орденом за заслуги перед Отечеством второй степени, считавший, что награжден за реализацию проектов, имеющих стратегическое значение, преобразовал без общественных обсуждений все городские предприятия в ООО и при этом в разы увеличил уставные фонды. Потерял 2 миллиарда, выделенные на Кос-Южный, и участвовал непосредственно в мошеннической схеме реконструкции Парка Победы, превратив его в Парк Беды и многое другое. Разбогатевший на поступающих в Севастополь многомиллиардных субсидиях, обвинивший президента России в том, что тот назначил его губернатором Севастополя, ныне уважающий бизнесмен на Кипре. Горожане даже салют устроили в честь его отставки. Но несмотря на это, никто из вышестоящего руководства не поднял вопрос о лишении его государственной награды и даже не осудили. Третий, ныне действующий губернатор города, как и второй, привез свою свиту. В правительстве города подавляющее большинство чиновников приезжие. Отгородился от всех, взял под контроль СМИ, узурпировал на правах руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» власть над законодательным собранием Севастополя, в котором большинство депутатов составляют представители этой партии. Распродает городское имущество и земли, весьма активен в соцсетях и везде рапортует о своих успехах, которых нет, умудряясь при этом лгать даже президенту. Объяснение этому одно. Губернаторов сначала назначают в Севастополь, как в Рио, а через год на выборах идет фальсификация их результатов. Севастопольцам нужны свои кадры, свои специалисты, знающие город, проблемы, план развития, которым доверяют севастопольцы. Второе.
Патриотизм до 2014 года имел место быть у севастопольцев, как и социальный уровень жизни. Но после референдума 2014 года патриотизм начали аккуратно подавлять и сводить на нет, а социальный уровень жизни севастопольцев непрерывно падает. Стали отбирать собственность, уничтожать малый бизнес, увольнять медработников и врачей, увольнять работников общепита СГУ, навязывать учителям свои методы работы и систему образования, которые нам чужды. Банковская система просто драконовская. Странный бухгалтерский учет, уничтожение банковской академии единого учебного комплекса, не имеющего аналога в России, исключение из перечня объектов культурного наследия мемориальных досок героям Советского Союза, защитникам Севастополя Крымской войны, защитникам и освободителям Севастополя гражданской отечественных войн, писателям и другое, более 500 мемориальных досок. Кинотеатр «Дружба» в центре города напротив Матросского клуба, театра имени Лавренева, передан овсянниковым католикам. С какой радости! Детский оздоровительный лагерь имени Комарова в Форосе, подаренный Сталиным рабочим СМЗ имени Орджоникидзе, был отдан развожаемым МВД России для детей сотрудников полиции. А в Севастополе что нет детей, или наши дети хуже, чем дети полицейских? Переименование «Панорамы» Музея героической обороны Крымской войны в Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, реконструкция исторического бульвара началась в 2018 году. Она должна была быть завершена в 2020, но по сей день стоит в разрушенном виде. Стоимость проекта тогда оценивалась в 500 000 000 рублей. И это не весь перечень заслуг действующих чиновников Севастополя. Одно колено преклонения высшим должностным лицом Севастополя перед французами, агрессорами Первой Крымской войны, унижение русского и советского народов. «Война у вас в головах», — сказал тогда Развожаев, «а сейчас обломки ракет шлет французам». И вновь высшее руководство России не отреагировало, промолчало. На март 2014 года было 380 тысяч севастопольцев. Сегодня официально 600. Неофициально больше миллиона. Сколько осталось севастопольцев с 2014 года? 200-230 тысяч с детьми и пенсионерами. Где остальные? На январь 2018 года по результатам внеплановой проверки на территории города Севастополя Росздравнадзором увеличилась смертность Севастополя злокачественных образований на 10%, от туберкулеза на 24%, а от болезней системы кровообращения выше, чем в Российской Федерации, на 35%. На сегодняшний день, как нам известно, в Севастополе нет ни одного гематолога. Так что такое патриотизм в нынешнем государстве? Если это то, что мы перечислили выше, то это не наш патриотизм. И социальный уровень севастопольцев под вопросом. Третье. В общественной жизни севастопольцы всегда были активны, что показали референдум 2014 года и президентские выборы. Однако с 2017 года в голосовании участвует не более 20-24% электората. И то благодаря обязательно принудительному участию в голосовании военнослужащих срочной службы и бюджетников. Почему так произошло? В людях исчезла вера в справедливость. Второй и третий губернаторы приватизировали муниципальный фильтр, что обеспечило им отсутствие реальных конкурентов. Карманный избирком обеспечивал правильные результаты депутатских выборов единороссов. Способствует развитию неверия, справедливость выборов и нынешние технологии надомного и электронного голосования. Это легко доказать, но видеозаписи и документы с избирательных участков избирком не выдает. Люди не верят, что они могут повлиять на власть имущих. Многие считают выборы фикцией. Законный вопрос. Как мы, севастопольцы, должны к этому относиться? Славяне придавали важность честности и правдивости во всех сферах жизни. Они считали, что только справедливость позволяет поддерживать порядок и гармонию в обществе. Были наказания для тех, кто нарушал эту заповедь. Четвертое. ФЦП – Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя, предусматривающая выделение крупных бюджетных субсидий на развитие этих регионов. Однако нет в ней восстановления экономики и развития сельского хозяйства Севастополя. Правда, в ней есть, безусловно, необходимое для жизни электричество, газ, вода, дороги, парки, туристические кластеры, школы, детские сады и медицинские учреждения. Однако это хорошо только в том случае, если город гарантированно всегда будет жить на дотациях центра. Но мы хотим и должны зарабатывать сами, а не сидеть на игле. Подобный образ жизни любого города, не только Севастополя, представляет широкое поле деятельности для коррупционеров. Правительство Севастополя, это департаменты городского хозяйства, капитального строительства, давно окружили себя аффилированными строительными фирмами, не местными, но зарегистрированными в Севастополе, разыгрывая между ними все тендеры.
Наш город, в принципе, как и другие города России, заполонили гастарбайтеры из бывших республик Советского Союза. Севастопольцев на работу берут неохотно, в основном на временную. Севастополь просто утонул в коррупционных скандалах, но виновными оказываются стрелочники. Больше того, руководство города оказалось не способно даже контролировать исполнение ФЦП. Если предпоследний губернатор не стеснялся признавать 40% выполнение им ФЦП, то нынешний, имея такое же исполнение, уже 3 года отчитывается о почти 100% выполнении ФЦП. Хотя Счетная палата Севастополя ежегодно констатирует максимум 50% исполнения. В городе в 2023 году должны были пустить в строй очень важные объекты – Кос-Южный и медицинский кластер. На словах и рекламных счетах губернатор несколько раз возобновлял строительство этих объектов. В действительности же неизвестно, куда делись и ранее перечисленные миллиарды и миллиарды за работу. Но актов выполненных работ нет, а сроки в очередной раз перенесли на 2026-2028 годы. Даже за 450 миллионов рублей, украденные при реконструкции Парка Победы, при наличии всех доказательств никто не понес наказание, а изуродованный парк никто не собирается переделывать. И это не весь перечень. Канализационно-очистные сооружения южные должны были быть построены за федеральные деньги по программе развития до 2022 года Крыма и Севастополя. Махинации с 2 миллиардами рублей до сих пор витают в воздухе, и до сих пор их не вернули, и никому до этого нет дела. Деньги-то народа России. На нынешнюю стройку в ФЦП предусмотрено 8,5 миллиардов рублей. Ранее строительство очистных стоило 6,8 миллиардов, с учетом уже ранее выделенных 2. Но это не окончательная сумма, разговор идет уже об 11 миллиардах. Пятое. Затронув медицинский кластер, не можем не отметить тот факт, что в Мариуполе, где еще год назад бушевали бои, медицинский кластер уже построили. А в Севастополе за 4 года, получив за это время от государства более 4 миллиардов, только выкопали котлован. Мы не понимаем, почему, выделяя транши, правительство России не контролирует исполнение работ и не требует промежуточные акты выполненных работ. А между тем, медицинский кластер включает в себя онкологический диспансер, 150 стационарных коек, 30 дневного стационара и прием до 100 человек в день, инфекционную больницу, лабораторию, больницу скорой помощи на 470 коек. Позволим себе обратить внимание на то, что деньги ФЦП – это деньги многонационального народа России, и непозволительно оставлять их бесконтрольными. Несколько слов о скорой помощи в Севастополе. По нормативам на 10 тысяч жителей положена 1 бригада скорой помощи, у нас их 28. То есть арифметически получается, что в Севастополе 280 тысяч жителей. Однако, согласно переписи, население города официально составляет 600 тысяч. Неофициально же численность населения перевалила за 1 миллион. Кто этим должен заниматься? Полагаем, что губернатор и соответствующие департаменты в правительстве. Вообще здравоохранение в Севастополе поставлено из рук вон плохо. В больницах нет хороших врачей. Люди боятся ложиться в больницу. Севастопольцы без медицинской помощи. Правительство делает вид, что ничего не происходит. При этом страдают жители города. Цена контракт на строительство больницы скорой помощи 7,5 миллиардов. Новая цена в соответствии с экспертизой 12 миллиардов 250 миллионов. Выплачено 3,8 миллиарда рублей. Срок исполнения 2022 год, продлен до 2025. По данным портала госзакупок от 13 июня 2023 года, за 3 года подрядчик ООО РТ «Соцстрой» выполнил 5% контрактных работ. Понимаете, да? Денег получено почти половина, а контрактных работ выполнили 5%. Цена контракта на строительство онкодиспансера 2,8 миллиарда рублей увеличена в 2022 году до 3,5. Выплачено 1,2 миллиарда. Срок 2020-2022 год продлен в 2022 году до 2025. Затем снижен до 31 декабря 2024 года. Процесс строительства гособъекта в Севастополе наглядно доказывает простую истину. Чтобы росла цена контракта, его не надо исполнять. В процессе неисполнения сроки продлеваются, выплачиваемые авансы увеличиваются до или на миллиарды. Обещание скорого завершения процесса стало системным и громоздится в информационном пространстве города-героя. Но процесс никак не завершается. А как, если цены растут и авансы выплачиваются? По данным портала госзакупок на 13 июня 2023 года, за 2,5 года подрядчик ООО РТ «Соцстрой» выполнил 2% контрактных работ.
Шестое. Генплан определяет приоритет развития города. Город мог бы разрешить все спорные ситуации один раз, приняв генплан, обозначив, где можно строить, где нельзя строить, где будут зеленые зоны, парки, где будет жилье многоэтажное, где будет жилье средней этажности и где высотные дома. Это внесло бы ясность во все эти дела, но почему-то вместо генплана команда Развожаева принимает ПЗЗ. Верховный суд признал, что ПЗЗ должны соответствовать генплану. За 9 лет в Севастополе так и не принят генплан. По факту правительство города ссылается на генплан 2005 года, принятого еще в Украине, что явно устраивает чиновников и подтверждает, что кадровая политика в Севастополе на период 2005 года была гораздо лучше, профессиональней и доступной для простого смертного. При отсутствии генплана в городе продолжаются точечные застройки. Захваты под строительство прибрежных зон города. Под застройку отдаются земли сельхозназначения и пастбища. У севастопольцев через суды изымаются земли, признавая получение в Украине госакты недействительными. Продаются земли частным компаниям, продаются заводы, виноградники, отдаются детские лагеря, как, например, имени Комарова, принадлежащие ранее СМЗ Орджоникидзе и так далее. Для постройки увеселительного заведения собираются снести военно-морской госпиталь, ровесник Севастополя в Аполлоновой бухте, для сооружения коттеджей и яхтенной марины. Намерены уничтожить градообразующие предприятия, которые являлись гордостью города и надежным тылом флота. Даже Балаклаву, эту жемчужину природы, культовое историческое место, заливают в бетон для стоянки яхт. Мнение севастопольцев по этому поводу никого не интересует. Седьмое. В городе почти 5000 семей нуждаются в социальном жилье. По различным программам, принятым в нашей стране, но эта очередь не уменьшается. В то же время по разным причинам сносят готовые дома, причем без суда. А людей с детьми и инвалидов выгоняют на улицу даже из общежитий. Вот и на сегодняшний день лучшие кадры России запланировали до Нового года снести более 100 домов. Это и есть забота о людях Севастополя. Более 100 домов? Да. Наша страна нуждается в рождаемости. Для этого нужна государственная программа поддержки молодых семей. Реальная программа, а не создание агрохолдингов и сокращение процента ипотечного кредитования и так далее. Кто убежит из земли своей на чужбину в поисках жизни легкой, тот отступник рода своего, да не будет ему прощения рода его, ибо отвернутся боги от него. Это опять славянские заповеди. Восьмое. В городе, начиная с 2014 года, почти уничтожен малый и средний бизнес. Забрана частная собственность и многое другое. Везде работают свои материковые и соратники. В Севастополе не видно поддержки государства этих категорий, как и не видно сокращения налогов, штрафов, пений, и это при том, что идет СВО. Девятое. В судах нашего города правды не найти. Нужно очень долго топтать туда дорожку, чтобы хоть чего-то добиться. А правительство и аферисты с деньгами легко выигрывают все суды. Несколько лет мы просим создать правительственную комиссию, чтобы разобраться с ситуацией в городе и в структурах власти. Десятое. Особую тревогу у севастопольцев вызывает отношение власти к культурному наследию, памятникам истории, архитектуры города. Многие объекты находятся в аварийном состоянии. Например, оборонная стенка 7-го бастиона, акведуки, места плавучего моста через рейд 1855 года, усадьбы хоры Херсонеса, средневековые крепости Каламита и Чембала. Выявленные объекты культурного наследия застраиваются, например, форт Меньшиково, южный пригород древнего Херсонеса. А проводимые, как правило, иногородними специалистами реставрационные работы сопровождаются многочисленными скандалами, связанные с нарушениями в работе. Местных специалистов-реставраторов почти не привлекают, хотя в таком городе, как Севастополь, необходимо иметь свои реставрационные мастерские. К слову, эта тема обсуждаем уже много лет. Происходящее непроизвольно напоминает ситуацию в Пальмире, где ИГИЛ уничтожал культурно-исторические ценности. Сохраните память о всех предках родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас. Это опять славянские заповеди. 11. Относительно образования в Севастополе напрашивается вопрос. Кто руководит образованием в Севастополе? Создается впечатление, что эти люди не имеют педагогического образования и не имеют опыта работы в школе. Понятия не имеют о специфике работы учителей. Скидываются приказы, которые идут вразрез с методикой преподавания, что мешает нормальной работе учителей и влияет на качество образования учеников.
создали невыносимые условия для работы учителей учебы школьников. Учителя боятся рассказывать, что происходит в школах под страхом увольнения. Сейчас главный не учитель или врач, а главный администратор, распределяющий деньги. И большинство молчит, чтобы не остаться без средств существования. Из школ сделали режимные объекты закрытого типа. Заборы, видеокамеры, рамки, пропускная система. Классы переполнены, 37-40 учеников. По санитарным нормам в классе должно быть не более 25 учеников. С этого года требуют справки из поликлиники для допуска детей к урокам физкультуры. Огромное количество конкурсов и внеклассных мероприятий 2-3 раза в неделю, которые мешают качественному образовательному процессу. Учителя загружены всевозможными отчетами, таблицами, сводками и так далее, которые требует департамент образования города. Аттестация учителей – это отдельная болезненная тема. Учитель каждые 5 лет должен подтверждать свою категорию. Так, в прошлом году очень многие учителя, проработавшие десятки лет в школе и заслужившие высшую категорию, потеряли ее и стали специалистами, так как новые требования оказались драконовскими, для многих невыполнимыми. Экзамены для 9-11 классов – это учительская боль и больше напоминает колонию строгого режима. Детей доводят до нервного срыва, так как контролируют каждый шаг ребенка и создают атмосферу, неприемлемую для сдачи экзамена. Все действия учителей и учеников записываются на камеры. Любое отклонение от правил грозит ученику не сдачей экзамена, а учителю штрафом. Детей сопровождают даже в туалет. Учителям со слабым здоровьем запрещено переносить в аудиторию необходимые медикаменты. И все это сопровождается унижением достоинства учителей со стороны так называемых проверяющих. Нынешняя власть поставила учителя в ранг обслуживающего персонала. Департаменту должен, администрации обязан, родителям и ученикам должен и обязан. Также стало нормой привлекать учителей к уборке школы, хотя есть технический персонал. Все перечисленное выше влияет на потерю учительского авторитета и желание заниматься любимым делом. За финансовую сторону говорить не будем. Почему власть позволяет банкирам влиять на умы наших детей? Им ведь тоже выгодны недоумки. Они этого не скрывают, тот же Греф. А как грубят, губят наших детей? На каждом шагу магазинчики по продаже вейпов. Покупатели в основном школьники, причем даже младших классов. И им продают, несмотря на запрет по закону. Но это не работает. А ведь это наши дети, наше будущее, будущее нашей страны. Русскому языку нужно больше уделять внимания. Очень много безграмотных людей, даже на руководящих должностях. Если у вас в государстве нет идеологии, согласно статье 13 Конституции, то неплохо бы сделать упор на отечественную историю, благо она богата славными страницами, в отличие от зарубежной, которую можно рассматривать в контексте нашей истории. Литература, которая богата и отечественными, и мировыми классиками, несущими в мир общечеловеческие ценности, правильное понимание добра и зла, а не извращенное представление, модное сегодня в цивилизованных странах. Обо всем этом лучше скажут специалисты. А спорт? Его же нужно возвращать в массы и под государственное крылышко. В здоровом теле – здоровый дух. Именно под этим лозунгом наша страна била все мировые рекорды, и не только в спорте. 12. Об имуществе Черноморского флота Российской Федерации, находящегося на территории Севастополя, федеральный закон от 31 мая 1996 года ФЗ номер 61 об обороне определяет основы организации обороны – военной, территориальной, гражданской, руководствуясь им, вопросы предоставления и пользования имущества, находящегося в федеральной собственности, не входят в компетенцию командующего Черноморским флотом. Эти функции возложены на Крымское территориальное управление имущественных и земельных отношений Министерства обороны России под управлением ДИЗО Министерства обороны. В 2014 году у севастопольцев забрали в пользу Министерства обороны все земли, которые ранее принадлежали Министерству обороны СССР. А сейчас многие объекты недвижимости Министерства обороны и земли используются в коммерческих целях. Полагаем, что в настоящее время в условиях проведения СВО подобное недопустимо. Начнем по порядку с Балаклавы. Уничтожение завода «Металлист» в Балаклаве, вывод военных кораблей из Балаклавской бухты. Бухта – это стратегический объект, предназначенный для базирования сил и средств Черноморского флота, в том числе подводных лодок. И именно на этом месте происходит ускоренными темпами строительство никому не нужной, севастопольцам точно, яхтенной
марины на 600 яхт. И все это при поддержке губернатора Севастополя Развожаева. Музей подводных лодок «Штольня» является военным объектом. За счет средств Министерства обороны проведен ремонт. Но почему-то на данный момент частные лица зарабатывают деньги. А могли бы использовать его как ЗКП Черноморского флота или размещение других малых военных объектов. Набережная центральной части города Севастополя, близ Графской пристани, где расположен спортивный комплекс ЦСКА и командный пункт управления рейдом. Нижнее помещение с площадкой отданы под бар на рейде, а трибуна командующего Черноморским флотом под ресторан «Маккензи» 1783. У штаба Черноморского флота изъято трехэтажное здание. Народная молва гласит под гостиницу для паломников по улице Суворова. Сейчас оно разрушено, а службу Черноморского флота раскидали по всему городу. Нам непонятно, кому пришло на ум Севастопольскую бухту рассматривать как туристический объект «Винная тропа», а не использовать в интересах размещения сил и средств Черноморского флота. Парк «Патриот», СКР «Сметливый», причальные стенки по улице Минная. СКР обслуживается личным составом Черноморского флота, а сбор денежных средств за посещение корабля осуществляет частный предприниматель. Рассматривается в изъятии 1020 военная мастерская ремонта и обслуживания кораблей вспомогательного флота. Причальные стенки по улице Минная для парка «Патриот». На этой территории уже закрыли и уничтожили банно-прачечный комбинат Черноморского флота, который обслуживал корабли Черноморского флота, хлебзавод Черноморского флота. И все это для парка «Патриот» с последующей передачей коммерческим структурам. Бухта Южная по улице Портовая. Расположены здесь мастерские СРЗ, уничтожаются. Док утоплен, территория отдается царской пристани стоянки яхт, около 60 штук на сегодняшний день. Корабли управления вспомогательного флота, то есть обеспечения Черноморского флота, и склады убираются. А на противоположной стороне бухты находится база подводных лодок. Как это понимать? По улице Надежды Островской уничтожили воинскую часть, пост радиотехнического контроля, перенесли гараж Черноморского флота и полигон подготовки водолазов, район Херсонеса, а построили учебное заведение и строят детский лагерь. Конечно, они необходимы, но не в ущерб боеготовности. Продолжает уничтожать СМЗ имени Орджоникидзе. Он занимался не только судостроением плавкранов, но и судоремонтом кораблей Черноморского флота. Улица Соловьева, 1, бывшая база строительного управления МИС Черноморского флота. С 96 года находится в частных руках. Ремонт машин, СТО, заправка, мойка, стоянка. Мыс Фиолен, территория Свято-Георгиевского монастыря. Войсковая часть близ монастыря, по словам монахов, им не нужна. Правительством Севастополя и ДИЗО Министерства обороны рассматривается передача части территории войсковой сторонним организациям. Это воинская часть стратегическая, она обеспечивает оборону города. Завод радиосвязи, закрытые территории улицы Хрусталева отданы в аренду для частной коммерческой деятельности. Улица Индустриальная, 12, завод «Эра», территория 17 гектар, находится в частных руках. Рассматривается возможность перепрофилирования территории по строительству многоквартирных домов. Приведение объектов гражданской обороны в надлежащий порядок в соответствии с требованиями руководящими документами 1996 года, бомбоубежища в порядок не приведены. Часть из них выведена из городской собственности, часть находится в аренде. Под укрытие совместно с авто используются паркинги. Севастопольское авиационное предприятие в виде деятельности ремонта и технического обслуживания летательных аппаратов, включая космические, было ликвидировано в 2022 году и присоединено к авиакомплекту. Вид деятельности торговля оптовая не специализированная. Затем передано холдингу «Вертолеты России», а от них Минпромторгу. На сегодняшний день на заводе 150 человек. Участок 17 гектар, находится у моря около Парка Победы. Территория полностью обеспечена автономными системами всех видов коммуникаций, включая две мощные подстанции электроснабжения. Когда-то планировалось создать филиалы вертолетки в поселке Мирный Донузлав на Каче. Командование морской авиации выступает за сохранение завода для обслуживания вертолетов любого класса. В настоящее время было бы целесообразным восстановить завод, в том числе для производства ППЛА, ремонт авто и бронетехники для обеспечения обороны и безопасности России. Полагаем, что все действия правительства Севастополя под руководством Развожаева направлены не на возрождение и восстановление строительства объектов для Черноморского флота Южного военного округа, а на уничтожение Севастополя как главной базы Черноморского флота и превращение его в туристический кластер. Крымская военно-морская база на озере Донузлав фактически потеряла свою акваторию, которая используется под разведение мидии, рапан и устриц. Причальная стенка, будка известковая, вторая площадка, отдана под разведение, добычу и реализацию морепродуктов. Бывший военный аэродром
поселка городского типа Мирный Евпатории. Территория вокруг аэродрома и сама взлетная площадка, места для стоянки Б-12 вертолетов отданы под ИЖС, а существующее здание, 5- и 3-этажное общежитие летчиков, столовая и клуб, отданы под пансионат «Лебедь». Напомним, что по этой причине на начальном этапе СВО не было возможности разместить личный состав в нормальных условиях, и военнослужащие располагались в палатках в холод и под дождем. На озере Дон-Узлав взводу охраны выделено всего 1 гектар территории, тогда как коса Южная, бывшая база бригады разведки, отдана коммерческой организации по добыче и реализации песка. Добыча осуществляется в озере Дон-Узлав. В итоге причальная стенка разбита, часть территории отдана под строительство 13 коттеджей. В то же время флот ищет места для базирования пограничных кораблей и судов обеспечения. Город Евпатория, войсковая часть радиотехнического контроля, территория вокруг части отдана под строительство многоквартирных домов с перспективой закрытия самого объекта. Анализируя действия ДИЗО Министерства обороны Российской Федерации, приходим к выводу, что подобное укрепление обороноспособности страны идет вразрез с политикой президента страны, тем самым подрывая авторитет и задачи, которые он поставил перед вооруженными силами Российской Федерации, в том числе перед Черноморским флотом. При проведении СВО на территории Украины полагаем, что следует провести независимую инвентаризацию земель и объектов Южного военного округа, проанализировать действия ответственных лиц в соответствии с законом об обороне. 13. На протяжении многих лет мы обращаемся в высшее руководство России с просьбой направить в Севастополь правительственную комиссию, но идет полное игнорирование. Мы обращаемся в Совет Федерации, в Государственную Думу, чтобы нашему представителю дали возможность выступить перед Советом Федерации и депутатами Госдумы, рассказать правду, но нас игнорируют. А это значит, игнорируют статью 3 Конституции Российской Федерации. 14. Мы не понимаем, почему не исполняется указ президента России Владимира Владимировича Путина о том, что государственные служащие, депутаты и военные должны отказаться от иностранного гражданства, как и многие указы президента. Такое впечатление, что мы, севастопольцы, живем не в России, не в своем доме, а нас забросило в какое-то чужое государство, где мы чужие, и все нам чуждо. Президент России Владимир Путин обозначил Севастополь патриотической столицей России, и все, в том числе и мы, его поддержали. Но дело в том, что с 2014 года в Севастополе местными чиновниками патриотизм уничтожается. Как патриоты своей страны и своего города, мы настаиваем на поддержке наших предложений и поправок в законы нашего государства, которые, на наш взгляд, будут способствовать справедливому и устойчивому развитию нашей страны, росту благосостояния народа. Первое. В Севастополе кадровый, политический и социально-экономический кризис, полная смена кадров. Правительство Севастополя сократить численность руководящего состава и сотрудников на 50%. Разделить полномочия губернатора и председателя правительства города. Сократить заместителя губернатора с 9 до 4. Сократить количество департаментов, главных управлений и управлений. Сократить до минимума взятые в аренду здания и сооружения для департаментов, главных управлений и управлений. В первую очередь в правительстве города должны работать севастопольцы, специалисты. Правительство города формируется минимум на 80-90% из специалистов-севастопольцев. Второе. Идеология. Мировой опыт показывает, что достичь подлинного величия и славы могут только та страна, только то общество, которое воодушевлены великой идеей, сплачивающей народ и делающей его способным на исторические свершения и подвиги. У нас богатый исторический опыт. Царская Россия и Советский Союз. Идеологии этих политических образований умудрялись объединить народ разных национальностей, религиозных конфессий, традиций и образа жизни и достигли таких высот, какими вряд ли может похвастать любое государство мира. Нам даже не нужно ничего придумывать, нужно взять все лучшее из нашего великого прошлого и интегрировать в современные реалии. Нам всегда были присущи соборность, то есть народность, духовность и справедливость. В современном обществе потребители эти ценности отодвинуты, поэтому у них нет будущего, тем более великого. Третье. Выборы. На наш взгляд, право голосовать необходимо сделать обязанностью гражданина Российской Федерации. Предложение по выборам в Российскую Федерацию. Вернуть один день голосования, исключив электронное голосование, как и было в СССР. Вернуть в бюллетни для голосования позицию против всех. Отменить надомное голосование, кроме экстраординарных случаев, связанных с болезнью избирателя. Отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов, кандидатов. Губернаторы выдвигают каждый район города.
Каждого избирают открытым голосованием на собрании района города. В Севастополе 4 района, 4 кандидата в губернаторы и проигравшие войдут в правительство. В законодательное собрание отменить партийные списки. Каждый район выдвигает депутата в ЗАГС собрание пропорционально от количества. Например, в Севастополе 32 депутата законодательного собрания. 4 района по 8 депутатов с района. Каждый район сам избирает своих депутатов в законодательное собрание города. Отменить ограничения, по которым не допускают к выборам, кроме критических. Закрепить в Конституции минимальную планку 80% посещаемости избирателей на выборах всех уровней. Закрепить в Конституции участие в выборах – это обязанность, как и служба в армии. За нарушение без уважительной причины предусмотреть административные штрафы. Установить ценз оседлости для кандидатов в губернаторы, мэры, депутатов всех уровней проживания на данной территории не менее последних 15 лет на постоянной основе. Такое требование и кандидатам в общественные палаты. Кандидаты, участвующие в выборах любого уровня, не должны вкладывать свои деньги в выборную кампанию. Все должны быть в равных условиях за счет государства, региона, города. Действующий депутат, выдвигая свою кандидатуру в более высокую структуру, в ЗАГС Собрание, Госдуму, должен до начала избирательной кампании снять с себя полномочия депутата. Каждый депутат должен исполнять в полном объеме своих полномочий. Для этого должен вестись табель и получать заработную плату. Как депутат, зарплата приравнивается к средней заработной плате в городе от занимаемой должности. Восьмичасовой рабочий день для депутатов, 5 дней в неделю. Переработка оплачивается, как и результат работы КПД оценивают избиратели. Четвертое. Общественная палата. В соответствии с положением общественную палату формируют депутаты и правительство. В результате, учитывая фокусы на выборах депутатов и губернатора, вместо уважаемых в обществе людей в нее попадают люди, которых севастопольцы практически не знают. В итоге нет никакой работы, что наглядно демонстрирует общественная палата Севастополя все 9 лет. На наш взгляд, общественная палата должны представлять люди разных профессий, самые достойные в своей области, а одобрять их кандидатуры должны севастопольцы. Пятое. Федеральная целевая программа. Следует пересмотреть программу, делая в ней упор на развитие экономики сельского хозяйства. Птицефабрики, коровники, свинарники, сады и так далее. Восстановление заводов, создание новых рабочих мест, создание городских и муниципальных предприятий без участия в них коммерческих структур. 100% город или район. Вернуть под контроль города ДЭУ, городское строительное управление, ЖКХ и другие жизненно важные производства, хлебозаводы, мелькомбинаты, молокозавод, мини-заводы, создать реставрационные мастерские и планомерно восстанавливать все памятники истории архитектуры города, не допуская к ним частные компании. Шестое. Черноморский флот. Развитие Севастополя неотрывно связано с Черноморским флотом, так было всегда. СВО скоро закончится, флот должен быть и будет всегда. Мы считаем, что основной упор необходимо сделать на развитие Черноморского флота, и лучшего места, чем Севастополь, для этого не найти. Седьмое. Генеральный план. Принять генеральный план за 9 лет. Генеральный план Севастополя так и не приняли. Незаконное принятие ПЗЗ, хаотичная застройка, несанкционированные сносы – все это приводит к конфликтным ситуациям. А чиновники используют ситуацию в своих интересах. Реновация, которая защищается и представляет интересы тех, кто под нее попадает. К сожалению, подробнее наши претензии и предложения в письме не напишешь, но общую картину происходящего в Севастополе, надеемся, мы раскрыли. Мы уверены в том, что Севастополь следует закрыть минимум на 5 лет, провести национализацию всех предприятий, земель и ресурсов, особенно ВПК, избавиться от гастарбайтеров, создать городские и муниципальные предприятия, восстановить ПТУ и в итоге восстановить Севастополь как город морской славы. Нам есть что предложить и что сделать, но некому и не с кем это обсуждать в Севастополе. Настаиваем на создании правительственной комиссии для изучения ситуации, сложившейся в Севастополе. Необходимо срочно принимать меры, дальше так жить нельзя. С уважением, по поручению Совета общественного движения, председатель Совета общественного движения «За наш город, герой Севастополь» Сергей Анатольевич Бенали. Спасибо, Сергей Анатольевич. Устали? Ну, большое письмо, конечно. Вот, ну, приятно было слушать отдельные моменты, это и вот по лагерю Комаровой, по многим моментам, очень даже хорошо прошлись, и, в общем-то, я думаю, теперь что остается? Остается подождать на реакцию, да? На ответ, какой будет по этому поводу, да? Ну, мы изложили все темы, которые мы на протяжении многих лет писали отдельно, каждым, и, в общем-то, в разные органы власти, но... К
сожалению, сегодня так. Ну, будем надеяться, что будет хороший ответ, душевный, где нам не скажут, что просто одним словом все будет хорошо и все, да? Да, будем надеяться. Спасибо всем огромное.